Новогодние корпоративы под запретом. Это решение оперштаба. Собираться в больших компаниях даже дома нельзя. Сейчас это опасно. За нарушения отвечать будут руководители предприятий. Отмечать Новый год в кругу семьи советует и наш следующий герой. Итак, совет, который тянет на цитату дня. Надеемся, вы прислушаетесь. Я бы не сильно, честно, советовал вообще праздник. Праздник этот вот сильно отмечать. Почему? Какая-то странная обстановка сейчас. Поэтому лучше как бы сильно его не праздновать. Лучше в домашнем кругу, уюте, спокойно отметить салюты и так далее. Это я так думаю.